Недавно завершили съемки на новый русскоязычный трек Эмина «Давай найдем друг друга», режиссером которого вновь выступил Алексей Голубев. Интересно, что музыку к этой песне написал Максим Фадеев, а слова — солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина. И в целом работа получилась абсолютно в стиле Эмина. Лиричная баллада с пронизывающим смыслом. Написал ее Максим Фадеев, стихи написала Оля Серябкина, солистка группы «Серебро». И получилось по-настоящему то, как написана музыка, какой к ней написан текст и, как мне кажется, как она исполнена, она должна вызывать определенные эмоции. Мы увидим более 10 историй о людях, которые нашли любовь и свою вторую половину. Самого артиста больше всего тронула история любви пожилой пары. У нас сначала был абсолютно другой сюжет и... Потом, когда мы вовлеклись с Лешей к этому процессу Максима Фадеева, он принял активное участие и вообще поменял кардинально план того, что мы хотим снять. И, в принципе, сегодня мы имеем по сюжету несколько историй, очень трогательных, которые должны показать нам, какие эмоции люди испытывают, когда они, наконец, друг друга находят.